Добрый день, уважаемые студенты и преподаватели Института культуры. 14 февраля нас ждет не только День Святого Валентина, но еще и праздник книголюбов, Международный день дарения книг, который отмечается с 2012 года. Научная библиотека Института культуры присоединяется к общероссийской акции «Дарите книги с любовью» и представляет новую выставку «Дары и дарители» в секторе литературы по дизайну. На выставке можно увидеть книги, переданные в библиотеку ведущими преподавателями, профессорами кафедры дизайна и визуальных искусств Вершининым, Крамской, Гордубеем, Короленко, Морозовой, Пискулиным. Благодаря их дарам библиотека пополнилась первоклассными изданиями по дизайну и архитектуре. Уникальными книгами по мировому дизайну 20-21 веков щедро поделился и бывший выпускник дизайнерского отделения Рашид Хайрулин. Много книг по изобразительному искусству поступило также от преподавателей и сотрудников института Чердынцевой, Куртовой, Андреева, Колычковского, Яблоковой, искусствоведа и бывшего преподавателя кафедры дизайна Веры Александровны Субботиной, подарившей большую коллекцию книг по русской архитектуре и искусству. Интересное собрание альбомов из серии «Великие музеи мира» подарил библиотеке бывший сотрудник Ирбитского музея изобразительных искусств Владимир Сергеевич Меньшенин. На выставке также можно увидеть альбомы и каталоги, переданные библиотеке тюменскими художниками Новиком, Трофимовой, Мухаметовой, Гордубеем, а также книгу известного тюменского реставратора и резчика Вадима Шитова «Резная мелодия Тюмени». Замечательные альбомы по мировому искусству в 2021 году подарил библиотеке Анатолий Константинович Емельчук. Нельзя не назвать двух щедрых дарителей, благодаря которым библиотека пополнилась прекрасными изданиями по мировому и русскому искусству. Искусствовед и преподаватель Марина Георгиевна Куркутова передала в библиотеку 171 книгу по искусству, а от Нины Евгеньевны Усольцевой поступило 280 изданий по русским и зарубежным художникам. Из недавних даров стоит отметить замечательное двухтомное издание. Два альбома в издательских иллюстрированных переплетах и футляре, посвященное 145-летней истории Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени Штиглица, переданное в фонд библиотеки ее директором Натальей Павловной Соколовой. Научная библиотека Института культуры выражает самую глубокую признательность всем нашим дарителям, поздравляет их с Международным днем дарения книг и приглашает всех на новую выставку.